15 минут до отхода поезда, билетов нет, а ехать надо. Я к проводнице. Как фамилия бригадира поезда? Она говорит, Кондрашкин. Зачем тебе фамилия бригадира? А вот слушай, нахожу бригадира. Здравствуйте, разрешите представиться, писатель Кондрашкин. Может, слышали? Очень нужно сесть на ваш поезд, а билетов нет, выручайте. Он говорит, как вы сказали, ваша фамилия? Я говорю, Кондрашкин, а что? Он говорит, я тоже Кондрашкин. Я говорю, ну нет, так не бывает. Он, бывает, бывает. Садитесь в 8-й вагон, я сейчас освобожусь. Ну ты молодец. Находчивый был в молодости. Ехал в комфорте. Ну как сказать, он всю ночь пытал, откуда я родом. Не знаю ли дядю Федю Кондрашкина, не было ли нас в роду рыжих, не служил ли я сам в Германии. Не должен ли кому-нибудь из его родственников, да? Ну, в общем, до 5 утра. Ну зато свой человек появился на вокзале. Да. Однажды прибегаю, мало того, что на этот вокзал, к тому же самому поезду. 5 минут до отхода, билетов нет, я к проводнице. Как фамилия бригадира? Она говорит, Махмуд Фазариддин. Ну, Махмуд, ты мало похож. Да. Только состав тронулся, она смотрит, говорит, а вы не писатель Кондрашкин? Я говорю, Кондрашкин, Кондрашкин, ну, поехали. Ну, ты меня развеселил, слушай. Однажды я летел на самолете из Магадана с Альбининым, ты его знаешь. Знаю. Ну, у нас было 2 бутылки кубинского рома. Летим, все нормально, вдруг я чувствую, пахнет перегорелой проводкой. Потом стюардесса побежала туда-обратно, а уж когда она сказала, что граждане, пассажиры, не волнуйтесь, у нас полет протекает нормально, я понял, можем разбиться. Говорю, Альбинину, можем разбиться. Он говорит, а у нас 2 бутылки, чтобы они не разбились, давай выпьем. Ну, мы одну выпили и заснули. Я просыпаюсь, в иллюминатор смотрю, самолеты Pan America, Air France. Ну, я подумал, что в вынужденной посадке мы сели в Японии. Я его растолкал, говорю, мы в Японии. Он говорит, а у нас еще бутылка осталась, на таможне отнимут. Ну, чтобы не отняли. Выпили бутылку и заснули. Очухался я, смотрю, в милиции. Альбинин говорит, вот видишь, на родине. Потому что 2 бутылки взяли, а взяли бы одну, так бы и проснулись в Японии. Это еще ничего, у меня тоже был случай. Все, ребята, работаем. Про самолеты есть случай в следующем.